За прошедшее столетие Россия пережила несколько тяжелейших периодов. На планете нет ни одной другой страны, которая пережила хотя бы одну из трех гигантских катастроф, произошедших с Россией за это время. Об этом в ходе передачи «Откровенный разговор» на YouTube-канале блогер Бен Лив рассказал политолог, бывший глава израильской спецслужбы Натив Яков Кедми. Эксперт отметил, что за указанный временной отрезок Россия пережила поражение в Первой мировой войне, крах монархии и последовавшую за этим гражданскую войну, не менее кошмарную по своим человеческим жертвам Вторую мировую войну и развал СССР, с начавшейся за этим деградацией. 90-е годы принесли России, государству и всему, чем был СССР, ущерб, равнозначный ущербу в Великой Отечественной войне. Если РФ сегодня все-таки встала на ноги, значит, есть у России достаточно сил, чтобы возродиться, пояснил он. Кедми уточнил, что он с оптимизмом смотрит на будущее РФ. Невероятные потрясения не смогли сломить волю России и ее народа, а сейчас наблюдается процесс восстановления после периода упадка. Основной проблемой в России он считает государственное управление. По его мнению, если РФ избавится от тех болезней, которые привели к падению Российской империи и СССР, и сможет выкристаллизовать новое поколение, способное обеспечить дальнейшее развитие и правильное использование огромного потенциала, РФ станет одной из самых успешных стран в мире.